Привет, мы на бьюти-шоу. Я кое-что покажу вам, ну, вкратце. Нельзя грамм, вот, подписывайтесь. Ну, и так, ладно, тут небольшая вставка с бьюти-шоу Мода Фест. Я, значит, не попала. Ну, не стала просто туда ходить. И вот такой бренд. В общем, школа аппаратного педикюра подолог. Тут всякие у них крема. Мы купили один с мочевиной. И мне нравится. Но это у кого уж очень проблемы с пятками большие. У меня таких проблем нет, но вообще кто страдает? Подофит Professional. Они в Краснодаре есть, на Кубана набережной. В общем. Так, а здесь что у нас? Део нейтрализатор для обуви стелек. Бактерицидное мыло. Прикольно. В общем. И еще одно. Это тоже подолог и так далее. Крема. Ну. В интернете, кажется, крема дороже немножко стоит. Кстати, я сейчас крем, наверное, этот принесу, покажу. Так, крем. Посмотрим, что за консистенция. Такая, ну что, прикольно. Когда летом, особенно очень сухие пятки, можно пользоваться. Запах. Как приятно пахнет. Прикольный. В общем, вот такой крем для ног. Ну что же, я прощаюсь с вами. И не переключайтесь, дальше вас ждет кое-что интересное. Все. До новых встреч. Еще с вами увидимся. Это шоу Сергея Дубровского. Визажа. Школа, скорее всего, и образы. Лесных богинь. Но олимпийские бьюти-игры называются так, что... А, да. Это всем юристам посвящается Фемида. Это полный образ. Такой вот образ создали для девушки. Ну, тут будут не все богини, а только некоторые. Вот какая-то лесная богиня, но я не услышала, как именно ее называли. Ну что же, всем пока-пока.